Сегодня у нас влог начинается из крутого номера в отеле. Мы заселились в Бридж Резорт. Вот Паша тут, Алиса уже звонит на ресепшн. Алло, алло, ресепшн, у нас не хватает одних тапок, говорит Алиса. В общем, у меня завтра день рождения, и в честь этого мы с друзьями вот решили заселиться в такой прикольный номер. Тем более сейчас в ноябре это стоит совсем недорого. Красивый номер, смотрите, у нас здесь вид шикарный из окна. Вот, он стоит всего 800 рублей за сутки. С учетом того, что сюда же входит еще завтрак, а также сюда входит спа-зона. Несколько бассейнов, в том числе детский бассейн. Затем сауна, хамам. Также туда входит джакузи, да. Вот, ну и вот такой вот классный номер. Здесь ванная. Вполне такая красивая, приличная. В общем, все здорово. Привет! Мои уже там развлекаются. Все. Ку-ку, Алисинка. Доброе утро. Вот такой вот у нас вид с нашего балкончика из номера в отеле Bridge Resort. Живем мы в центральном корпусе, в большом, в главном. И на самом деле центральный корпус самый удобный в плане его, ну, как бы локации, потому что прямо в нем находится ресторан и спа-зона. Если вы живете в каких-то других корпусах, вот их здесь несколько. Вот, например, этот корпус Лондон называется, да? Я не знаю, как там по обстановке, потому что мы там не жили. Здесь номера очень красивые. Но однозначно из них не настолько удобно добираться до спа или ресторана, потому что приходится выходить на улицу. Особенно после спа, и особенно с ребенком, как бы это, конечно, не очень удобно. Вот, а здесь мы прям в халатиках в лифте спускаемся в специальных и оказываемся в спа, либо потом обратно возвращаемся в номер. Вот, ну вид у нас вот такой, конечно, шикарный. Здесь горы, с другой стороны море. А вот мои малыши. Привет! Все проснулись, все не спят уже. Вот, сейчас мы собираемся, пойдем на завтрак. Покажем вам шведский стол. Какой у нас шикарный в холле. Вот это наш номер. Вот это горы. Класс вообще. Вот это наш номер. 726. Горы, да. Там номер наших друзей. Вот Алиса с Пашей тут. А вот здесь, смотрите, какой шикарный вид. Вообще. Это снежные шапки. И это гостиница «Бархатные сезоны». Вот, ну мы сейчас пойдем позавтракаем, покажем вам. Кашки всякие. Есть. Блинчики. Вот такой ресторан за это я люблю эти отели. Все как в Европе, ребята. Мне напоминает Канара. Ты помнишь, как там у вас? Лас-Пальмас? Нет. Ой, нет. Ну, не важно. В общем, не важно. На Канарах точно такой же отель, такого же уровня. Прикольно. Мы тоже там отдыхали. Потрясающе. У меня воспоминания прям интерьер, там все то же самое. Да, даже вообще вот класс. Зона. Вот эта зона прям копия. Супер. Реально классная баня. Сауна. Классный бассейн.
Да вообще интерьер очень классный, да все классно. Мы закрепляемся. Всем спокойной ночи. Подписываемся на канал, ставим лайки.